задавали вопрос. Вы ему задавали вопрос. Я ему задавал вопрос, на который он не отвечал. Согласны? Хорошо. Ну вот, я ему задаю вопрос. По улице Сладской надо сделать освещение. 40 минут разговаривали. В итоге раз, нету денег. Так зачем? Да любой вопрос какой, мост через речку, нету денег, кругом нету. И вообще, вот это хамское отношение такое, с депутатом как разговаривать.